Празднование школьного выпускного – традиция, которой уже более 300 лет. Ее заложил император Петр I. В первый раз выпускной отпраздновали в Москве в 1718 году. Это были ученики школы математических и навигационных наук. А что раньше надевали на торжественное событие? В этой подборке расскажем об особенностях выпускных нарядов разных лет. В 40-е годы Советский Союз установил правила школьной формы. Это были коричневые платья с черным фартуком в будни и с белым в праздники. Форма и стала нарядом школьниц на выпускные. К платью добавляли белые воротнички, а волосы собирали в хвостики бантами. В 60-е годы все изменилось. В моде белый цвет и короткие волосы. В основном выпускницы шили себе белые платья разных фасонов, но встречались и костюмы, некоторое подобие жакета и юбки. В 64-м модными стали объемные прически. Девушки использовали сахар и лимонный сок, чтобы накручивать волосы на бигуди. А вот мальчики стали надевать узкие галстуки и пиджаки с широкими плечами. В 70-е годы мужские костюмы остались обязательным элементом выпускного вечера. Поменялась только форма галстука и пиджака. Но в моду постепенно стали проникать западные идеи. Поэтому мальчики 70-х иногда носили длинные волосы и больше походили на музыкантов, чем на выпускников. Платья девушек стали укорачиваться. У некоторых длина доходила до колена, а бывало даже чуть-чуть выше. Из моды прошлого десятилетия остались только белые туфли. Их нужно было обязательно купить, если вы выпускались из школы в 70-е годы. В 80-е годы платья становятся цветными. Подкладные плечики, акценты на талии, объемные прически и обилие бижутерии – все это отличительные особенности выпускных нарядов 80-х. Буйство красок не обошло стороной и парней. Цветные рубашки и галстуки красовались на выпускниках в торжественный вечер. Развал Советского Союза и дефицит. Не каждая семья могла позволить себе купить новое платье или костюм. О моде тогда задумывались в последнюю очередь. Так альтернативой платьям стали юбки. Зачастую девушки надевали их даже со свитерами. А вот парни в 90-е могли явиться на выпускной даже в спортивном костюме. Голливудские платья и русалочий силуэт стали визитной карточкой выпускниц 2000-х. Разнообразие цветов, фактур, фасонов – все это кажется странным в наше время. Зачастую женские наряды на выпускной выглядели несколько вульгарно. Но это стремление к эпатажу – результат выхода из серых 90-х. Парни тоже оставили в прошлом спортивный стиль. Их нарядом на выпускной стали привычные нам костюмы.